Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним. Упражнение номер один на странице 50 учебника математики для второго класса автора Дорофеева. Замени там, где это возможно, примеры на сложение примерами на умножение. Назови у них множители. Вычисли произведение. Мы можем заменить только те примеры на сложение умножением, которые содержат одинаковые слагаемые. Вот первый пример. У них одинаковая слагаемая 3 содержится 6 раз. Значит, мы его заменяем примером на умножение. 3 умножить на 6 получится 18. Следующий пример. По 5 берем 4 раза. Заменяем 5 умножить на 4 равно 20. Следующий пример. По 4 взяли 3 раза. 4 умножить на 3 получается 12. Последний пример этого столбика мы не можем заменить, так как здесь все слагаемые разные. Дальше. По 1 берем 7 раз. 1. Умножаем на 7. Получается 7. Следующий пример мы не можем заменить умножением. Здесь все слагаемые разные. Здесь берем по 7 два раза. 7 умножаем на 2, получается 14. По 10 берем два раза. 10 умножаем на 2, получается 20. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.